Поздравила от всех поклонников специальный подарок. Фэмили. Да, для тебя. Надеюсь, авторские духи. Она профессиональная. Да. Это она скажет. Дорогой Краснов. Я очень благодарна девочкам, что они поддержали меня вот с этой идеей преподнести сегодня на празднике вот эту коллекцию персонального парфюма, который я сделала лично для тебя. Причем это не просто парфюм, это можно сказать, что это ароматный талисман для тебя. А как вы думаете, какой из этих трех запахов мне вот все-таки ближе? А мы все выбрали. Это со смыслом. Вот это называется шаман релакс. Потому что я знаю, какой у тебя напряженный график и как трудно порой переключиться с успешного концерта. Наш коллеги или разбитое сердце. Поможет тебе очень быстро переключаться в какой-нибудь сторону. И здесь вот тебе послание тоже. Это формула. Что формула и вот тёплое пожелание. Это масляное масло. Это прям. Это на основе натуральных эфирных масел, очень высокое. То есть они стойкие прям. Они хороший гость должен быстро прийти и уйти до того, как станет назойливым. Я специально еще приготовила сумочки, чтобы эти ароматы сопровождали тебя в дороге тоже, потому что шкатулка будет. Девчонки, пока вы со мной, мое сердце всегда занято. Да, да, да. Спасибо. Ой. Это лучшая реакция, это лучшая реакция. Причем не знаю, вас или себя теперь. Нас. Мой драйв. Здорово. Понял, что здесь есть намешано. И третий называется шаман-драйв. Здесь? От релакса и драйва, отлично. Как-то Алина сказала, уже что не надо. После вот этого они поубывают, потому что... Да. Вот этот шаман-драйв, он позволит... Менее ощутимый, он такой очень спокойный. Деликатный такой, деликатный. Это прохладный, освежающий аромат, который позволит тебе быть в бодром настроении, но в то же время, чтобы не зашкаливали эмоции. Как вольный ветер. Ура! Это все вот понятно. Твой подарок, но это еще тоже не все. У тебя же есть такая команда. Да. Лидия. Пока есть. Да. Пока не уволили. Да. Для команды. Для всей твоей команды. Друзья, приглашаю вас в комментарии. Я точно знаю, вам есть что сказать по этому поводу. И до встречи в новых видео.